Поделитесь мнением, возможен ли безнасильственный переход общества от капитализма к коммунизму? Проблема любого перехода общества от одного от одной общественно-экономической формации к другой упирается в то, что теряющий власть класс отдавать ее добровольно не хочет. То есть, в принципе, возможен, но для этого нужно как-то очень быстро отстранить ушедший класс от любых рычагов, которые позволят ему устраивать контрреволюцию.